И сегодня, кстати, заметьте, какая у меня прикольная боя. Кстати, вот это приложение, если что, я потом в конце скажу, как скачать такие обои. Погнали! Сегодня я бы хотел поиграть не в стенду, простите. Я хочу сейчас скачать игру, а потом проверить, как она играется. Сейчас напишу. Кое-что. Там где? Там где я набралось около 400 просмотров. Кстати, я очень удивляюсь. Коротко о моем вождении так стрельнуло. Было только вчера 73 или 74 просмотра, а тут сегодня уже бам! 500 просмотров. Спасибо вам за актив, ребята. Только лайков, конечно, маловато. Лучше бы эти 500 просмотров, лучше бы эти 500 подписчиков и 500 лайков, да, ребят? И те 400 просмотров тоже бы были бы 400 подписчиков и 400 лайков. Было бы вообще классно. О, открылось, сейчас будем рубиться на дне. Простите, придется все при вас делать. Так. Рубиться.
Порубимся чуть-чуть. Загрузка что-то какая-то не такая, вы заметили? Все загрузилось. Классные карты, если честно, давайте нажмем. Играть. Так, загрузка. Нажмем, чтобы продолжить. Окей. Что там машина здесь? У меня во дворе. Короче, ребят, видео получилось очень коротким. А, кстати, как я и обещал, туториал, как сделать такие обои. Заходим в Play Market, пишем обои. Пишем, какие вам нужны. А я именно скачал вот эти вот. Вот так вот заходим в это приложение, как вы скачали. Такс. Заходим вот сюда. Почему-то нельзя, ну ладно, давайте другое что-нибудь поищем. Так. Прикольно, какой-нибудь давайте. Давайте Dark. Давайте это. Home screen. Looks
3. Посмотрим. А нет, тут не надо. Вот мои обои. Заметили сейчас? Смотрите! До новых встреч, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пока. И не забывайте про колокольчик.